Слава Тебе. Хвала Тебе, милый наш Господь. Ты позволил увидеть свет нового дня, которого никогда еще не было во Вселенной. И мы не знаем, что ожидает нас. Научи нас прислушаться к тихому веянию ветра, голосу Твоему. Прибудь с нами, Господи, вразуми, приблизь к Себе. Имя Твое святое и Иегова да славится через жизнь нашу. Помоги нам прожить этот день свято. Хвала Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Как, кто вчера первый на машине уехал на костре? Василий. Я его видел, как он проехал. Я сразу пришел, за компьютер уселся. А остальных я уже не видел. Я шторку темную завесил. Вот смотрите, мы сегодня думали, там, около Скворечника на всей усадьбе, огород точно так же сметать. Грабли, вилы оставили. Но Люба очень сильно устала, хозяйка, Люба Александровна, она пошла к Барельбашу, я потом узнал, и попросила, я не знаю как, что, во что, сколько. И приехал Терентий. И машина у него до того сильно стучала, как будто ломает что-то. Он выйдет, что-то осмотрит и опять садится. Полкруга проедет, ну, грохот стоит, который рулоны делает из стены. Опять выйдет, что-то толкется около нее и опять. Ну, машина. До этого брали они, заплатили 200 тысяч. Вот за эту вот дребедень. 6 лет. И кончилось. Он говорит, ремонтировать. Не успевал ремонтировать. Так она на 6 лет рассчитана. Как рассчитана? Да кто же знает это? Если внутри ее железо-то не толкать, а одно сено. На это купил за 150, что ли. А вот которые он купил-то косить, два круга крутятся. И она же польская. Ласточка, кажется, называется. Такое название-то интересное. Синичка или что-то такое. Мы даже посмеялись. До этого, которая косилка-то была, она через каждые 1,5 часа ремонтировать надо. Я сижу, говорю, устал. А тут она сломалась, я вылез, разошелся. А это, говорит, сейчас работает 2, 3, 4, и она не ломается. У меня спина устала, я в крючок сижу. Отрицательно, что. Ну вот, недостаток этой машины то, что она берет ровно. А если там борозда была, сена она оттуда взять не может. Я посмотрел, там сена достаточно копну скопнить. Накрутил он 6 этих, и сегодня надо, как вот подсохнет, и пойти, и попробовать там выскрести все это. Ну, большие пломбасты сена. Кто может. Это вот первое. Второе. Мы договорились на воскресенье, чтобы уйти здесь. Обед стоял закрытый, все. Пришли, только сели за стол, и так одевшие, как были, по церковному, так и поедем. Договорился с машинами, договорился с пасечником. Вот за 45 лет у нас ни одной экскурсии не было на пасеку. Пасечник знакомый, бывший здесь житель местный, в соседней деревне уехал, его избрали председателем колхоза, совхоза, шерстобита. Геннадий Павлович. И мы договорились. Это очень интересная экскурсия будет. Может закончиться за столом у них. Они никого не выпускают. Поэтому я говорю, хлеба надо набрать на всякий случай. Там кружки взять. Нет, так и мы все равно возьмем. И дорогой можем обратно, на обратном ходу и попробовать. А если меда не попробовать, то нет. И взять с собой ведро с крышкой. Потому что мы намекнем ему. Есть старые рамки с хлебиной. Хлебина – это то, что готовят пчелы новому плоду. Как они готовят? У ней голова такая прочная у пчелы. И она пыльцу собирает. Сначала обрабатывает, дезинфицирует каждую клетку, ячейку. И туда складывает, а потом лапками держится и головой трамбует. Вниз головой трамбует каждую. А потом сверху медом заливает. И воском запечатывают. И она целый год стоит, ждет, когда малыши появятся, чтобы накормить. А в то время, когда появятся, этого товара нету. Вот
Это до того умное создание, ничего в природе, кажется, такого нету. Корова ест и корова, а там слажена матка. Те, которые оплодотворяют ее, в какое время, как, что с ними потом, с трутьями этими делают, как расплод рабочие пчелы. Это только, может, я не знаю, близко где-то там муравьи, вот эта книга Росина, которая говорит. И вдруг сообщают, что из-за погоды приезжает Загуляева раньше. Ну, в первую очередь, погоде, кто сообщает, верить на 100% нельзя. Ну, как Богу угодно. Богу, а как это? Бывает иногда все на упрямстве на одного человека где-то в государстве делается, а Богу так угодно, не угодно. Попущение Божие. Бог попускает, чтобы мы увидели, как плохо не прислушаться к его голосу. Вот так надо говорить, а как Богу угодно? Да, при чем тут Бог, если мы наворачиваем сами, что есть? Я не в конкретном случае говорю, но помолитесь, ребятишки, потому что вы намного отстанете. И где бы разговор ни зашел, вы только одно будете. То, что поедете домой на день раньше, это никакой роли не играет. За зиму вам это все обрыдлит, надоест. А заговорили о пасеке, не были. Не видели. Притом один раз. И больше нам этот случай не представится, потому что хозяин что-то приболел один раз, другой раз. Да, кому мы там нужны? А то договорились. Мы по пасеке экскурсии сделаем, посмотрим, как качают, как все остальное делают. И мы, у вас сколько здесь? Четверо, мама, пятая, и все, значит, отцу скажите, попросите, и он, почему ему не остаться-то здесь ночевать или не приехать? Уже все определенно. Я для вас говорю, мы без вас поедем. Но вы все время будете чувствовать ущерб. Только заговорили о пасеке что-то, а тебе это не интересно. Ты сразу превращаешься в поле. Отвернулся, что-то копается пальцами, то есть ум не работает. А что-то работает, когда тебе неизвестна эта сфера. А так ты там была, ты голову поднимаешь и можешь вставить свое слово. Ты заметила что-то, чего другие не заметили. Подсказать, расширить тему, просчитала где-то. Я вас прошу, а завтра уже будет поздно просить. Сегодня помолитесь об этом, чтобы Бог дал вам добрые слова отцу, поблагодарите, попросите, чтобы он поехал с нами. Потом будете вспоминать. Мы все пчелиный мед, в Библии упоминается, что его любят и простолюдин, и императоры, и все. Это редкое такое в природе явление. Чтобы собрать 1 килограмм меду, им приходится посетить более, пальцы не ломай, более миллиона цветов. А миллион это тысячу тысяч. 1 миллион. И они труженицы. Если человек хорошо работает, говорит, ну это как пчела работает. И она умирает всегда в полете. Нагружает мед, крылышки износились, она падает и умирает. Поучиться есть чему. Это второй вопрос. Касается лично вас. У нас неизменно будет. А если дождь будет? Ну, дождь будет, мы поговорим. Они, Леша сказал там не ехать, потому что они боятся на втором мостике, там узкая плотина. Так у нас вот вокруг 2 лишних километра, и мы там. Тут всего 10 километров будет. Вам понятно, что говорю? Или уже навострилась домой, хоть что делай, хоть там. Ну, домой приедешь, и больше ничего нету. Там стены эти, все вам уже известно. А это новинка, такая новинка, которую вы никогда в жизни больше не увидите. Это я вам гарантировать могу. Почему? А где вы возьмете такого человека, который в настоящее время, он один там на всей деревне, у которого пасека. Мы с детства знакомы. Его мама с моей мамой работали вместе на колхозной пасеке. Тут 2 пасеки было. Вам понятно? Или на свои мысли уже зациклились, как Богу угодно? Не Богу это угодно, а нашему упрямству. Ты только один раз услышала, и сразу вопрос решает так. Буду в этом молиться, по-хорошему с папой поговорим, обнимем его и попросим, чтобы он был с нами. А для вас это ничего не стоит. На непотребно я вас не подбиваю, а по согласию. Приехали, договаривались, а он не приехал. Теперь меняет план из-за того, что синоптики сказали. Во-первых, ошибаются. А во-вторых, погода какая бы ни была, вторник, наши выезжают туда. Они проезжают через Корчино, там асфальт, и дорога открыта. Вот так. Как вчера вели на костре? Да нормально, в принципе. Нормально. Вот смотри,
Где это место-то, я уже вижу. Пасут коров. Коров ушли пасти. Коров пасут. Ну вот его дали. Они втроем, значит? Дал снимать. Он вот так стоит, вот направил, вот держит. И маленько поверни там. Он не видит. Я ему тогда показал, сюда давай садись. Вот здесь поднимись. И сверху снимай, чтобы там видно было там у машины. Все. Только обернулся, он уже по этим, по жердям уже цепошится с аппаратурой. Больные люди. Четко ясно сказал, облокотись на этот столб, который высоко, высоко стоит. И никуда не двигайся. Две жерди, ты на них стоишь плотно. Только отвернулся, он уже зашатался, уже пошел. Куда пошел? Зачем? Он не может сказать. Как одержимые демонами. Никакого дела нельзя доверить. Ну ты же грохнешься сейчас, сам разобьешься, и аппаратуру разобьешь. Он глазами хлопает, и ничего дальше нет. Почему? Родители абсолютно детьми не занимаются. Мы его 2 года отучили, учили только от матерков. Переполненной мерзостью. Вы ребенка-то получили привести на небо. Если ты не приведешь, ты райской обители не увидишь, ты вместе с ним пойдешь. Святые отцы об этом очень много говорят. Сегодня ты еще тетешкаешь там где-то. Вот так вот я гляжу, как вот вы привязываете детей к себе, у нас этого не было. Вот, пошли по ягоды. Мама идет, здесь его машина, уже прощается, как на фронт идет. Уже и маму целует, и губы. Ну, последний раз идет. Сталинградская битва ждет его. А там придет, валяться будет, играть и не брать. У нас этого не было. Мы этого не знали. Маме подойти, целовать. Вообще не знали этого. И мы все были любимые. В равной степени. И это слово «любимые» мы потом узнали. То есть это настолько естественно вписывается и в природу, психику человека, и всего. Понимаете, вот нигде они не учились, ни одного класса с отцом, вдвоем полкласса не кончили. И воспитывали так. Это Бог делает так. Они доверялись Богу и практике русского народа. Мы это знали. Хотя я гляжу, как это. Тетёшка, 6 минут он уже матери не нужна, и еще он уже живет такой жизнью, как давить уже всех надо. Вчера только сели на скамейку. Гляжу, он уже палочку взял, и уже этого тыщет, сидит рядом. Он глаза выткнет. Что, ты не видела, что ли, в нем какой дух? Он все время хватает. Там на костре предупредил. Ну сиди, люди сидят, поют. Он, а что будет петь? Он ничего нет. Он как только что будто это, откуда-то выскочил. Палку взял и сидит этого уже. Зачем тебе палка? Он не может это ответить ничего. У него все время рука ходит, кого-то ткнуть надо. И поэтому печальная участь ждет человека. Я тебе говорю сейчас, Лев. Любимую натуру смирить мышь может. Обыкновенная мышь. Маленькая, непригодная никуда. Вот вчера мы работали и видели, как человек проявляется, как. Поле всегда лишнее. А колонаса начинает работать. Это значит упущено. Не смотри ни на кого. Где бы ты ни была первая стрелять, я показываю пример, где сестра просит. Она никогда не ждет. Мама идет, к нам не дошла уже, за работу взялась. Все. Ты приглядывайся. А ты уже захрясла в этом. Только зашла, руки опустила. Все. А что-то думаешь там, думаешь, как трава растет, ничего нету. Нет ничего. Просто стоит такая тумбочка одна и с гнилушками в голове. Но одна ты не будешь. Тебя кто-то будет ласкать. Вы маленько одумайтесь, посмотрите. Размышляй, набивай голову знаниями, чтобы людей распознавать. А ты ничего не знаешь. Все время такой сонный, такой вид. Ты имела возможность здесь начать жить по-другому. Все время. Никогда не снимай, чтобы с рукавами была. Как только звонок ударил, побежала скорее одеваться. И за дня в день одно и то же. Это какую надо голову иметь. Я никогда не буду бегать, звонок ударил, уже готовый стою. У нас в армии было точно такое же дело. Их сгноили буквально. Они начинали по-своему, как там, это армия. Армия. А у меня одни благодарности идут. Благодарности, отпуск домой дали. Начальство, офицеры, все. Почему им надо сделать перевод, учиться в академии, там английский, немецкий. Я им делаю переводы. А они для меня все делают. И тоже учимся все. Кто-то занимается этим? Нет. Вот я поставил задачу выучить во время армии все политические системы мира. Одновременно на 3 языках занимался. Готовился в институт МГИМО. Такая же служба идет, все. И вот
Родионов, там Евгений. Ну, по глупости все попали туда. А в армии бы не попали, не, я не попал в плен. Почему? Я заранее их предвидел. Наша база обнесена колючей проволокой. Мы следили за спутниками. СЕФ называется. Станция единого времени. Я обхожу колючей проволокой. Где прорыв? Прошел внимательно, посмотрел, залатал, пока светло. Ночью смотреть некогда будет. Ничего не увидишь. Нашел консервные банки, видно еле. Я их подвесил, чтобы они гремели. Собачка у меня с собой, я прикормил ее, она залает. Пошел самому где-то надо, так, чтобы свет на меня не попадал, а я видел все склады. Склады охраняются с вооружением. Проверил пломбы на месте. Откуда заходить могут, предупредил охрану. Они знали, как я стреляю. У меня 100 или 99. Пуля в пулю ложится. Я с детства с ружьем, говорится, родился, и на другой день, наверное, ружье уже в руках было. Идут офицеры. Другое счастье, часового нет, они звонят. У вас часового нигде нет. Они смотрят, если я на вахте, нет. Я предупредил, вы будете заходить сюда, я не буду предупреждать воздух стрелять. Я сначала вас застрелю всех, а потом буду воздух. И они еще издалека идут и кричат, это мы идем на смену. А я откуда знаю, смена это или не смена, или какой там боевик вражеский идет. Я все время в воображении жил. Тут же окопчик выкопал, никто его не знает. Замаскировал, и там кто зайдет, а ему склады нужны. С той стороны склады он не возьмет, там дверей нету. Двери на одной стороне. А у меня все под острелом. И лежу с автоматом. Сначала учат, как стрелять надо вверх, предупредить. Еще я буду обнаруживать себя. Когда они меня обнаружат, они мертвы будут лежать. Я предупредил воинское счастье. И они это знали. Как только на вахту идти, сразу объявили, так, Пупков, Калинников, Лапкин. Все Пупков и Калинников сядут, сели играть там в домино или во что-то, а Лапкин сразу лег спать. Я ночью должен каштык быть. Мне государство доверило миссию эту выполнить, и мимо ни один не пройдет. Все. Так, Игнат Тихонович, вы же против устава как бы шли, что первый... Я все время, все, мне не надо туда. Как они вот... Если бы вот эти, которые так вот поступали, как они, машина чеченская, ну, такая, как газелька, скоро, туда-сюда, она промелькалась. Их четверых выставили, а они сидят там в этом, ну, какое там помещение, маленькая будочка. Четверо, что они говорят? Про баб травят, где пили, где гуляли, где блудили. А разговоров-то никаких больше нету, не надо им венцы вести. И они, следующих, как стемнялось, а эти-то 400 метров рядом воинское счастье. Они слышали крики эти, их всех арестовали. К утру все четыре головы уже были брошены. А почему было не рассредоточиться? Это чеченцы. Почему было сказать, ты один сиди здесь, в будке. Никого не подпускай к себе, из машины вышел. А этих распредели, чтобы они замаскированные. Да я бы этим чеченцам зубы так прочесал бы, они до пятого колена помнили. А здесь их как кроликов всех связали, повязали, повезли. Ну а дальше пытали, голову отрезали. Через год нашли у него крестик на голове. Да у куклу голову убери, привяжи нитку, зачем привяжешь-то? Даже это непонятно, что врут-то на белом листе. Евгения-то Родионова там святые возвели. Их еще по военному времени судить надо было за это. Четверо сидели, и ни один звука не издал, ни один не выстрелил, все с оружием были. Ничего не надо-то. Я все это в книгах описал. Вы к любому делу относитесь так. Вилы дали, кому даете? Он крутит налево и направо вилами. Зачем? Вилы только взрослых. Этому дать грабли. Сами наблюдай. Куется человек. Формируется новая личность. И нам с ним жить. Тебе с ним жить. Ой, я его кормила, я поила, а он... Кормила и поила, а другом не стала. Вот весь ответ. А это от отца не дает свидания. То она воспитает его. Какой он будет-то? Какой он без отца-то? Она ничего не понимает. Чужой дядя, он остается чужой. Это не его. Он никогда ему не окажет и боится наказать. А отец его и вздует, и все как надо, и на место поставит. Она что делает-то у тебя? Сегодня она еще на ее стороне законы, тебя не могут прессовать-то, такого-то олуха-то можно, лодыри. А по-настоящему-то мы на все должны смотреть серьезно.
Вот сейчас что готовят, я зашел, зайду, ляпушки делаю. А что это такое? Крутят какие-то шарики бильярдные. А что делаешь? Ну, это рыба. Какая рыба? Тут и ни хвоста, ни головы нет. Где рыба-то? Покажи, вот она где. Она их варить еще будет. Это рыба. Где рыба-то? А там рыба такая вот появилась по Теряевке. Рыба из сухарей. И сказать нельзя, она это знает. То есть она уже давно делала. То есть умрешь и не знаешь от чего. От какого лекарства. Рыба должна быть такая, которая поймал, чтобы она в этом желе была. Как запеченная. Господь как? Сказал, чистите, нет, на огне рыба. Поймали ее, рыба, ну что, в Евангелии не считали. На огне рыба. Так она вся рыба, вся там запеченная и как надо. Маленько, считайте Писанием. Она называется Святая Библия. Вот в Англии специальный клуб. Клуб там гурманов готовят что-то. Ни одной женщины. Советские спросили, говорят, а почему женщин нету? Только потому, что они не умеют готовить, а портят пищу. Они мужчины. Так. Женщина готовит тогда, когда она знает этот рецепт, который был у ее мамки. Она приходит одна, а с места сдвинуться не может. Вот такой кусочек отрубить, отрубил. В следующий раз опять. Ну, а тут рубит как надо. Год прошел. Где мама ваша? Мама умерла. А, так вы ее дочка, да. Я вашей маме рубил это так. А почему вы такой размер делаете? Не знаю. Так это жарёха, у матери такая была кастрюля, она для нее делала. У тебя-то другая посуда совсем. Она по-прежнему рубит 27 сантиметров. Она даже не спросила и не знает. А вон мясник ее расспросил. Там по-другому в Америку. Вот приходит хозяин, советский приехал туда, кто там, евреи или кто, приняли его торговать. Он пришел. Ну и как работа? Нормально. Ну как? Нормально. Он решил проверить от хозяина. Открывать холодильник, а там такая грудинка. А это что? Да это я себе. А вы заплатили за нее? Как заплатили? Да я же торгую. Да я сегодня тебе заработал сколько? А как ты мне заработал? Это мясо какого сорта? Ну там бывает второе, третье. Я его все первым сортом пустил. Он так ахнул. Ты что же делаешь-то? Это же мясо не первосортное. Тебе какое дело, деньги? Нет, не деньги. А кому продавал? Он давай всех клиентов обзванивать, хозяин. Вы у нас сегодня были? Простите, у нас новый продавец не знал. Мы должны вам доплатить. Другому, третьему. По первому сорту купили, мясо это второго сорта. Это, да у нас это вообще даже не понимает. Так, Аркаша, снимай одежду, до свидания. Больше сюда не приходи. Все кончилось. И теперь он позвонил другим, придет там человек такой, с бородой рыжий, пустоглазый, его на работу не принимайте. Он обманщик. Он меня наторговал здесь, он меня перед народом поставил каким, а в глазах народа он возвысился, хозяин. Какой хозяин честный? А вы сварили, даже не заметили, думали, первый сорт. Нет, это не первый. Вот как надо работать. Это я вам говорю из опыта людей, которые умеют работать. Какое бы дело ни делал, недостаток какой, изъян, так и скажи, вот это место, тут маленько не так я сделал. Так что полную стену я брать не могу. Вот так. Я вам хочу сказать, что мы расставаться будем скоро. Я о чем я сказал, запомните. Отпроситесь у папы или его с собой возьмите, чтобы съездил с нами на урывку. Это незабываемая экспедиция будет. Все. Богу слава. А потом, если по сегодня подсохнет, надо пройти, где собрал, где выбрать, новая копна будет.